Наша организация помогает детям и молодежи из уязвимых слоев населения. Мы помогаем им развивать потенциал, обучаться рабочим специальностям и компьютерной грамотности. Они получают возможность консультироваться у специалистов. Это то, на что направлен наш проект, поддержанный фондом БОТА. При поддержке общественного фонда БОТА мы создали семейные ресурсные центры для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей. Мы обучали родителей этих детей с тем, чтобы они могли помочь им дома подготовиться к школе. Объявляется 4-й грантовый конкурс для всех некоммерческих организаций Казахстана. Программа поддержки социальных услуг фонда БОТА. Сделаем жизнь лучше. Вместе.